Здравствуйте, дорогие друзья! Я не знаю, как вы, но я сижу очень много времени в ТикТоке. И последнее время в ТикТоке по какой-то непонятной причине мне в рекомендации выпадает еда. Много еды. Наверное, жизнь как бы намекает. Есть надо. Лучше бы жизнь намекала, что надо худеть уже. Я долго сопротивлялась этому тиктоковскому разочарованию. В конечном итоге сдалась. Я решила проверить сегодня самые хайповые и интересные, а также простые рецепты из ТикТока. Короче, я нашла кучу рецептов, и они вроде как очень простые, а в некоторых даже нужно 1, 2, 3 всего лишь ингредиенты из серии соль, сахар, яйцо, и бдыщ какой-то волшебной магии, получается типа мега-супер-фуд еда. Я очень голодная. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если вы еще не подписаны, потому что стараюсь я над моим инстаграм, поддержка ваша, мне нужны лайки, сохранения, пожалуйста. Рецепт номер 1. Смотрите, как очаровательно выглядит. Вы просто посмотрите на это. Ну, посмотрите, посмотрите. Курица, сыр, ананас. Этот бит качает вас. Курица, сыр, ананас. Какова вероятность, что из этого минимального количества ингредиентов реально что-то получится? Раз, два, три, четыре. Четыре ингредиента. Колю свои волосы, чтобы было удобнее готовить. Я искала для вас только самые простые рецепты, только самые незапарные, потому что я знаю, что обычно всем все лень. Мне тоже обычно лень. Чаша, золото. Басков. Басков. Мешаю. Жуткая смесь. Фу, выглядит не очень аппетитно. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Я еще пока не достала, но кажется, что... О, серьезно? Это пирожок! Не скажу, конечно, что это блюдо моей мечты и очень аппетитно выглядящее блюдо, но это похоже на пирожок. Я нажала на пирожок, и там вытекла из него коричневая жидкость. Фу. Поставлю еще этот пирожок на минуту. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Так, пирожок стал больше. И из него больше не сочится желтое месиво. Это очень сладко, да? Нет. А что это? Оно солено. Сыро. Это слово сыр или сырость? Сырость. Оно солено-сыро. Я хочу солено-сырость. Не-не-не. Дын-дын-дын, пожарили картошку. Дын-дын-дын, пожарили картошку. Похоже на изнасилованный синабон. Пойдемте приступим к следующему рецепту. Полезные панкейки, берем бананчик, а если я бананчик вам покажу, вы лайк поставите, я вам показываю, смотрите, я могу даже его для вас очистить. Смотрите, какой внутри банан. А это банан крупным планом, заслуживает ли этот банан лайка, вау, смотрите, какой он. Агрессивным днем банан. Почему кому-то Пейтону ставят по 2 миллиона лайков? А если вам бананчика покажу, вы лайк поставите. Моя агрессивность в адрес этого банана достигает все десятки из 100. Все сотки из 10. Зато смотрите, как я его смяла. Он прям превратился в пюре. 2 яйца и оба туда. Из овсяных хлопьев нужно сделать овсяную муку. Блендер их. Засыпаем овсяные хлопья, handmade, крафтовые. About me,
шанс того, что будет вкусно и хорошо. Вот так вот у меня получилось тесто. Пахнет вкусно. А ладушка-то набухает, смотрите, а? Набухает какой. Я не человек и не горошек. Я ёжик, грустный ёжик. Ну, это таки масса, как говорится. Честно скажу, у меня никогда не было проблем с оладушками, блинчиками или чем-то еще до этого момента. Я это есть не хочу. Хочешь попробовать? Давай. На. О, ты прям такой большой кусок не постеснялся взять. Да. Вкусно. Тебе же понравилось? Mm-hmm. Серьезно? Нет. Тогда это таки масса тебе. Тебе серьезно не понравилось? Нет, вообще это невозможно есть. Офигенная штука. Тебе реально это нравится? Очень вкусно. А для меня это был блёв контент. Продолжаем рубрику «Ле фиаско фиасчелло». Мельпапс, жу-жу-жу, жу-жу-жу. Мельпапс, как вкусно, ням-ням-ням. И сейчас на очереди мак энд чиз. Если вы смотрели мое прошлое видео с кукингом, да, это не первое видео с кукингом, которое я делаю, там я показывала, как делать настоящий мак энд чиз. Вот, а здесь типа нам предлагают сделать альтернативу. Простой мак энд чиз за несколько секунд. Макарони. Чаша. Макарони в чаше. Примерно половина чашки макарон. А теперь все это водой заливаем, чтобы макароны покрыты водицей были. Ставим микроволновку на 3 минуты. 3 минуты. 3. Пока макарони варятся в микроволновке, трем сыр. Отлично натертый сыр, я считаю, но, блин, это единственный сыр, который был. Очень хочу есть. Кстати, минуточка интересно тупых фактов. Когда я делала этот макияж, я хотела нарисовать знак молнии, но я хотела нарисовать его по памяти. И потом я поняла, что я не помню, как рисуется молния, и в итоге я нарисовала плохой знак молнии, и мне пришлось его стереть. Это все. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Найн, ох, найн. Че там? Найн, 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 Штефан, найн, найн, Штефан, найн, найн, Штефан, найн. Ох, шайзе. Дын, 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 мы жарим картошку. Дын, 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 мы жарим картошку. Кто это вообще придумал? Что ты за человек такой? Да ты не человек. На удивление, но макароны на альденте. Я думала, они вообще ни хрена не будут готовы, но... Все ок, все ок. Несколько ложек молочка. Теперь добавляем, короче, сыр. Это козий? Найн. Мешаем. О, смотрите, как это круто выглядит. Вот шутки шутками, но это реально уже выглядит круто. Посмотрите, как классно растаял сыр. Как классно он вошел в реакцию с молочком, как я считаю. Выглядит это, конечно, просто потрясающе. Твой взгляд тоже. Еда, иди ко мне сюда. Сварилась? Это охрененно. Боже, заплачу. Ребята, первый рецепт из ТикТока за сегодняшний день, который реально охрененный. Берите на заметку, пробуйте. Красота. Следующий рецепт из ТикТока. Будем делать изейший. Для этого замешиваем стандартно омлет. Кунжутное масло. Пам-п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 ам
Яйцо уже чуть схватилось, добавляем на него лаваш. Ожидаем. Ой, выглядит реально круто. Прям максимально круто выглядит. Выглядит это очень вкусно.
охренеть. Реально круто. Помидоры с сыром очень вкусно. Но если добавить по вкусу там то, что вам нравится, типа ветчину, это просто божественно будет. Курица, сыр, ананас. Этот бит качает вас. Курица, сыр, ананас. Делаем по любому рецепту панкейков, которые найдете в интернете или которые знаете. У меня максимально простейший, все, что нужно, вот оно тут. Теперь берем эту жижу и наливаем ее в прозрачный пищевой пакет. Собачка пришла. Переливаем жидкость из пустого в порожнее. Собачка, я не сошла сама. Все нормально, маленькая. Делаем микро-маленькую дырь. Прям пипец, какая она должна быть маленькая. И лучше, конечно, это делать ножницами, но я не знаю, где они. Дырь какова? Дырь мала. Отлично. Я тебя туда налью. Блин, я справлюсь. Делаем панкейки. Опа. Опа. Нет! Нет, за что ты так со мной? Все! Все! Нет, хватит! Черт, это сложнее, чем кажется. Воняет? Нет. Нет, ребята, этот лайфхак у меня не получился. Когда ты туповат,